Кубок конфедерации проводится 8-й раз в истории. В нем принимают участие 8 сборных. Жеребьевка турнира прошла в Казани еще 26 ноября, но тогда один из 8 участников турнира был неизвестен, так как Кубок африканских наций был разыгран только сейчас. Таким образом, в Сочи на стадионе «Фиш» состоятся 3 матча Кубка конфедерации. 19 июня в Сочи сыграют Австралия и Германия. 21 июня на поле выйдут Новая Зеландия и Мексика, а 25 числа Германия и Камерун. На стадионе «Фиш» встретятся и команды, вышедшие в полуфинал. Одной из них может стать и сборная России, если займет 2-е место в своей группе.